Открылась лаборатория в Адлере. Помещения «Оптимума» занимают весь второй этаж делового центра «Офис Плаза». Здесь, отмечают специалисты, сконцентрировано все лучшее и новое оборудование. Новизна здесь даже в мелочах. Начиная от пробирок, кстати, австрийских, липкого бинта вместо пластыря, заканчивая утилизатором иголок и аппаратом, который сам находит вены. В кабинете сервиса можно получить бесплатную консультацию врача-терапевта, который подскажет, какие именно лучше сдать анализы при тех или иных симптомах. А по результатам самого же анализа подскажет, как быть дальше. Весь абсолютно спектр. Это биохимические исследования, это клинические исследования, гормональные, онкомаркеры, генетические исследования, токсикологические исследования, ПЦР-исследования. То есть полный комплекс. Определенные анализы берут сами доктора медлаборатории «Оптимум». В штате нового учреждения числятся дерматовенеролог и акушер-гинеколог. Все биохимические исследования проводятся автоматически. 21 век, говорят здесь, век доказательной медицины. В России, конечно, это оборудование представлено, но в крае нет, это впервые. Такой парк оборудования, такая автоматизация – это впервые. Частные лаборатории обладают потенциалом сделать любой анализ за 2 часа. То есть лаборатория исключает логистику, то есть исключаются ошибки преаналитического этапа. То есть это качественные, точные показатели. Перед началом работы в Сочи специалисты изучили регион и уже после определились с основными направлениями лаборатории. В итоге решили, что населением востребовано генетическое исследование, аллергология и бактериология. Вот этот бактериологический автоматический анализатор позволяет провести идентификацию микроорганизмов и определить их чувствительность к 20 видам антибиотиков за 24 часа. Здесь могут провести 159 бак-исследований. Совсем скоро тут можно будет сдать тест ДНК на определение отцовства. В лаборатории действуют постоянные акции. Участникам и ветеранам Великой Отечественной предоставляют 100% скидку. Работает «Оптимум» 7 дней в неделю по адресу улица Старонасыпная, 22, деловой центр «Плаза». И еще работает программа «Забор анализов у постели больного». То есть медицинские сестры лаборатории могут приехать к вам домой или в офис. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.